Выбор победителя матча «Россия-Хорватия» проходит практически в полной тишине. Сегодня «Клеопатра» расстраивает всех российских болельщиков. «Звериный оракул» отдает предпочтение Хорватии. Сотрудники зоопарка, конечно, спешат найти оправдание. Может быть, Клёпа просто оставила тарелку с фруктами под флагом сборной России своему другу Селезню Викентию, ведь он настоящий патриот. Викентий упорно болеет за Россию. Он уже не первый раз делает такой выбор, уже не первый раз он выбирает миску с флагом российским. В принципе, он патриот. А вот в другом матче четвертьфинала, по мнению «Клеопатры», победит сборная Уругвая. Матч пройдет 6 июля на стадионе «Нижний Новгород». В своем предсказании Клёпа ничуть не сомневалась. Как только перед ней поставили две миски с флагами Уругвая и Франции, она уверенно указала на латиноамериканскую команду. Селезень Викентий в этот раз подруге не помогал. Кстати, в зоопарке уже решают, как поощрить топира «Оракула» после окончания Мундиаля, ведь она уже верно угадала исход 5 матчей. Уже мыслей много о том, как ее наградить. Скорее всего, мы учредим орден «Клеопатры», в какой степени пока не знаем, в зависимости от точности ее прогнозов. И обязательно доску повесим на вольер. Ну а пока за точные предсказания «Клеопатру» даже не хвалят, чтобы не спугнуть удачу.